Ульяновская область стала одним из 30 регионов, где на базе перинатального центра стартовал федеральный проект «Детство безопасности». Единая программа научит молодых родителей правильно вести себя в машине на дороге, если ребенок рядом. Нет ничего важнее человеческой жизни. А жизнь ребенка, она вообще бесценна. И ребенок, в отличие от нас, взрослых, безусловно, до определенного возраста, не в состоянии сам себя обезопасить. Он не может сам определить для себя самое комфортное и безопасное место в автомобиле. Это целиком и полностью наша с вами задача. Начиная с октября 2019 года и в течение последующих 3 лет на территории перинатального центра «Мама» несколько раз в неделю будут проходить обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле. Молодых мам проинструктируют, как правильно использовать сертифицированные детские кресла, расскажут о соблюдении детского режима на дороге, а также напомнят о правилах перехода проезжей части дороги вместе с коляской. По словам специалистов, эта информация очень важна. Только за 12 месяцев 2018 года на территории Ульяновской области с участием детей и подростков до 16 лет было зарегистрировано 123 ДТП, в результате которых погибло 6 детей. Маленькие пассажиры входят в группу повышенного риска, являются наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения. Принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле с помощью детского удерживающего устройства обусловлена тем, что физические процессы никто не отменял. При резком торможении или ударе при скорости 50 км вес пассажира возрастает более чем 30 раз. На пресс-конференции, в которой приняли участие представители администрации региона, профильных региональных ведомств и эксперты, главными гостями стали будущие мамы. Проект очень важен и интересен нам, как будущим мамам. И для меня, как для будущей мамы, очень важно правильно знать правила транспортировки малыша в автомобиле. Но для этого нужно знать, как правильно выбрать автокресло в автомобиль. И также нужно знать, как правильно его установить. Напомним, всероссийский проект «Детство безопасности» запущен в рамках реализации майских указов президента. Всего с 2019 года по 2021 год будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.